там тра-дам, та-та-та-та-та-там, Ботикам пишет, замечательно, все. Мы пробуем включать. А где Кирилл? Он не присутствует на столь торжественном мероприятии. Отвратительно. Вообще. Ну давай пробуем. Так, FTP хост, пользователь, пароль, это нам не надо. Адрес сервера я сейчас сразу себе скопирую. Готово. Тариф понеслась. И чё? А, тихо, включение сервера. Включение. 40. 50. 60. 70. 80. 90. Готово. Сервер выключен. Почему пишет сервер выключен? Не знаю. Хорошо, попробуем зайти. Стоп, стоп, нет. Стоп, стоп, нет. Стоп, нет. В смысле, сам? Он в консоль должен. А, стоп, нажми, зайди на сайт, нажми на консоль. Это где? Сейчас. Консоль. Вот, нашел, все, нашел. Консоль. Нашел. Пошло. Тут... О, это сейчас он будет... Все, я понял, ждем, короче. Блин, тут консоль есть, хотя это удобно. Это реально удобно. А и даже команда, блин, вообще кайф. Красный цвет означает, что ошибку необходимо немедленно исправить, так как она мешает работе сервера. А раньше цвет означает... Немедленно! Ой, у нас красная ошибка. Какого лешего? Немедленно исправить, а мы что понимаем? Я тебе говорил, удалить файлы. Я хз, что это такое. Я тоже. Коскопируем, он идет. Не, ну... А, он, смотри, он запустился. Он написал, что он... А, нет. Финишит. Че, попробовать все удалить и положить заново. Но это тоже маленько неправильно. А, стоп. Сервер икон, смотри. Да. Cooldown. Ты нашел, да, эту строчку? Да. Go, today. Сервер икон. Ладно, не понравилось, короче, твоя иконка. Я, поход тоже, типа, может, не знаю, файл большой слишком. Размеры ну, там. Да, типа, что, тормозим большой. Тогда его? Да, давай перезапустим. Здесь кнопка перезапустить? Тут есть кнопка стоп. Stopping the server. Все как бы, я вроде его затормозил. Управление сервером. Ждем. Все, давай включить. Готово. Готово? Понеслась. Перезагружаем. Включение сервера. Пошли проценты. Сразу запускаем T-Launcher. Готово. Консоль. Вот моды уже перечисляет. Ты что, музыку параллельно слушаешь? Нет. Я пою. Мне лень включать, поэтому я пою. Так, создать папку. Ну, я полагаю, все. Он запустился, да? Лаги пишет? Я полагаю, можно запускать Майнкрафт. Майнкрафт уже у меня запускается. Жду. Лаги пока, да, не пишет. Блин, 2 гига памяти. Если он... А тут есть, кстати, сколько он жрет? Нет? Пока не вижу. Есть веб-ФТП. Это, походу,
Прям в вебке. Графики. Да. Нет, это он график онлайн, это не то. Конфиги есть. В конфигах, возможно, только стоит сервер properties. Нет, это там нет ничего интересного. Жаль. Ну, короче, консоль. Только это нам нужно. Пока молчит. 380 миллисекунд. По-моему, это чертовски мало. Если у меня было в районе 5000 и не лагало. А, изначально, если лагало, то у меня было 20-30 тысяч. А тут... Не, ну это он как бы просто изменяет файлы от рецептов. Это фигня. Ну, не знаю. Так, короче, что-то у меня все лагает. А, надо вот это можно закрывать уже. Skype нельзя, Google Chrome нельзя. Ждем. Так, ну ничего, так ничего, я скажу, процессор прям на 100% жгет. Пока нет. Жду. Кстати, на NTA пишник. Напишник поставил, но что-то пока не хотит. Господи, какая громкая музыка. Чё-то не найс. Может, опять проблемы с фаерволом? Не знаю. Здесь-то он. Опишник вроде правильно скопировал. Ой, тишина-то какая, боже, какой кайф. Что ты такое сделал? ДС... А, нижняя. Давай нижняя. Хост. О! Получилось! Все потому, что я назвал его DS Host. И все потому, что я пошел хавать. А, окей, давай. Удачи. Давай. Приятного аппетита. О, боже, шумы кончились. Какой кайф. Я даже, наверное, скайп отключу, чтобы он не жал очень много. И... Ой! Да, это наша карта. У нас получилось. Да, конечно, больше не спрашивать. А, нет, отменись, подожди, не хочу выходить. Зачем? Вернуться к игре. Да, это наша карта. Да. Получил все. Эти все стоят, эти все должны работать, а меня... Так, это мод... Да, это моды. Да. Да, это моды и... Стоп, я же тогда... Поспал. Я помню, я по... Я... А, нет, не успел поспать, видать. Ну, тут мои трубки валяются. Бегаем. Оп. А то прям от них по-другому не спрячешься. Хорошо. Сколько там? Он open block сказал. Максар was slain by Spider-Man. Спайдер, точнее, просто. И все. Максар зашел. Пошли какие-то настройки. Сохранился сервер, кстати, он прикольный. А, нет. Ну, а, нет, стоп. Не сохранился, загрузка, походу. Не знаю, я не шарю в английском. Но мне это нравится. Я ее даже закрою. Сделаю...